Друзья, всем привет! У нас уже третий день облака и собирается дождь, но никак не пойдет. А у меня очень грязная машина, так как стояла где-то под деревом, и такое, как клей на машине, все липкое. Поэтому я приехал сейчас на автомойку. У нас есть в Днепре, недавно открыли автомойку самообслуживания. Мне она очень нравится, так как не надо записываться на какое-то время, не надо потом ждать, пока ее там час помоют. А здесь все очень быстро, здесь 8 таких как мини-боксов, очередей почти никогда нет. Ну а если есть, то очередь движется очень быстро, так как мойка занимает ну, буквально там 5-7, ну максимум 10 минут. Поэтому и я сейчас помою машину. К сожалению, снять все не смогу, так как не получится и держать камеру, и снимать. Поэтому сейчас коротенький обзор. Вот такие боксы. Вот такая панель управления. Сейчас я пойду куплю там жетоны. Вот сюда бросается жетон. Для начала отбивается холодной или теплой водой, потом поливается пеной, есть щеточка, щеткой моется, и потом смывается обычной холодной водой. И в конце, ну вот есть еще воск, но я никогда еще не пробовал, и в конце вот такая осмовода. Это осмовода, после нее, когда машину не вытираешь, а сразу начинаешь ехать, вода обтекает и не остается разводом. Очень удобно. Иду за жетонами. Вот так моют. Сюда. Один жетон стоит 25 гривен. Мне достаточно двух жетонов, чтобы помыть машину. Кстати, жетоны как биткоин. Вот так выглядит. Поэтому сейчас помою машину за биткоины. И поеду дальше. Очень удобная мойка, кстати. Ну, вот такой коротенький обзор. Все, начинаю мыть машину и еду дальше работать. Всем пока, подписывайтесь на канал. Пока-пока.